В Херсонесе Таврическом осветили закладные камни. Их передадут во Владимир. Один камень ляжет в основу храма, другой установят возле памятника великому князю, в честь которого назван город. В молитве участвовали моряки Черноморского флота, а также парламентарии и власти Севастополя. Святыни станут не только материальным, но и духовным фундаментом дружбы между российскими землями. Именно здесь, в 2014 году, Россия почувствовала свое величие. Не какое-то пафосное величие, не для кичливости величия, а величия хранительницы христианских нравственных ценностей, потому что мы последний оплот христианства, мы последний форпост, который сохраняет то, что дал нам Господь. И дай Бог, чтобы все мы вместе продолжили это делание, которое здесь начал князь Владимир.